Всем привет! Сейчас я вам покажу, как один из видов охоты в Швеции. Вот стоит такая вот будка на ножках. Залазит сюда швед. Вот якт. Лось. Здесь у него есть в баночке пульт. Вот сюда он присаживается. Для чего пульт? Сейчас покажу. Сейчас достану. Вот пульт. Антенна достается. Нажимаем. Включить. Раз, и дозирует корм. Сейчас я подойду, покажу, как это все происходит. Кормушка там подсыпается, корм. Теперь надо слезть отсюда и не упасть. Пошли. Ух ты. Здесь стоит аккумулятор. Вот аккумулятор. Вот работает система. Так, ну здесь сенсор. Я не знаю, что это. Это еще возможно где-то. Или это же. Да, сенсор, камера-ловушка стоит еще. Вот. И вот здесь вот кормушка, насыпается корм. Вот, у нас тут солнечные батареи даже есть, подпитка. И включается и сюда высыпается по бокам корм. Все. Подходят. Поесть. И тут только хлоп. Вот, пожалуйста, тут и яблочек им насыпали. Вот. Вот. Даже подсветка есть. Тоже на солнечных батареях. Солнечная батарея стоит. Свет. А, вот камера-ловушка. Вот камера-ловушка стоит. Ну, сейчас она сработала, меня уже пишут и слышат. То есть это онлайн, может, приходит сообщение, что сработала ловушка, и вы можете включить и посмотреть, что там происходит. Сейчас они наблюдают меня здесь. Вот, там тоже какой-то корм под этим. Я под ящиком. Бетон. Ну, бетон, я не пойму, почему бетон. И он этот колышек вбит железный. И к нему приматан на трассу бетон. К чему это, я не знаю. Может, кто-то знает, пишите в комментариях. Вот. Вот так вот. Тут еще полоска подсветки идет. Такая лентой. И таких в лесу очень много. Вот. А еще есть жидкость. Тоже я не знаю, какая это, но она такая пахучая. Вот она тоже в канистре, там кисточка. И они обмазывают деревья. Вон там дерево обмазано. Одно, допустим. Это подманивает их. Запах какой-то сильный для них. И они его слышат и приходят сюда покушать. Ну, вот такие вот способы охоты есть. Вот. Вот она. Будка. Со стволом вылез. Клоц. Сидит, кофеечек попивает себе в тепле. И ждет. Вот так, ребята. Пишите в комментариях, если что-то вам
знакомо, что то за бетон, что то за жидкость, может кто знает. Всем спасибо, пока.